Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Благодаря современным тенденциям моды, женщина может чувствовать себя комфортно в любом стильном образе. Стрит-стайл – один из самых популярных стилей нынешней зимы, так как позволяет женщине выглядеть самой собой. Разнообразие одежды в этом стиле позволяет женщине проявить всю свою фантазию для повседневных образов, так и для важных событий. Уличный стиль отличается отсутствием формальных требований, строгих рамок и полной свободы и творческий подход в создании своего образа. Каждый образ будет отличаться своей индивидуальностью и разнообразием. Этот стиль берет свое начало в 80-х. Он произвел революцию в мире моды. Несмотря на отсутствие рамок и свободу выбора, для создания такого стиля одежды необходимо придерживаться нескольких правил. Уличный стиль противоречит стандартным правилам. Он бросает вызов роскоши и отрицает демонстрацию стоимости одежды. Женщины, предпочитающие такой стиль, не обращают внимания на логотипы, бирки и модные указания. Для каждой женщины стрит-стайл раскрывается по-своему. Не существует какого-то универсального идеала. В этом стиле можно проявить свой внутренний мир, состояние вашего настроения, вкуса или предпочтений. Надевайте любую понравившуюся вам одежду, тем самым проявляйте свою индивидуальность. Для создания такого стиля необходимо чувство меры и творческий подход. Модели одежды, которые используются для одного образа, могут быть как классическими, так и очень необычными. Его можно назвать смелым, поскольку он представляет собой сдержанный ансамбль из одежды совершенно разных модных направлений. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!